Сегодня Казахстан отмечает День создания служб ЧС. В честь этого праздника были награждены особо отличившиеся сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям области. Подробнее в следующем репортаже. Торжественное собрание состоялось с участием всех подведомственных подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям республики. Также были приглашены ветераны служб ЧС. Ветеран Анатолий Замниус проработал в данной сфере около 40 лет. 80-летний Анатолий Замниус поздравил своих коллег с профессиональным праздником. Мы являемся и свидетелями, и создателями службы ЧС Республики Казахстан. Очень радостно, что в эти дни прошло недавно 80-летие со дня создания службы местной противовоздушной обороны. Также поздравил сотрудников ЧС начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Талгат Нурмагомбетов. Уважаемые ветераны, гости, коллеги, 19 октября стало по праву профессиональным праздником структуры подразделений Министерства по ЧС Республики Казахстан. В 1995 году, именно в этот день, указом главы государства, был образован Государственный комитет Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям. Впоследствии, в 1994 году, преобразовано Министерство по ЧС Республики Казахстан. В ходе мероприятия ветеранов, погибших при исполнении должностных обязанностей, почтили минутой молчания. На торжественном собрании были награждены особо отличившиеся сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям. Грамотой награждается директор филиала «Васкумер». Праздник продолжился в Центральном парке культуры и отдыха, где была организована выставка новых образцов аварийно-спасательной техники и оборудования. На данной выставке работали спасательные подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям, также студенты и выпускники политехнического колледжа. Мирамгуль Салкимбаева, Бауыржан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.